А сейчас хочу немножко поделиться своими ощущениями после двух встреч курса «Исцеляющее путешествие». Очень интересный курс, он фантастический, волшебный и действительно путешествие. Даже в моей реальной жизни за июнь месяц, каждые выходные, каждая встреча мы где-то проводим. Не в Палермо, а где-то в отелях. Вторая встреча у нас была в Торино. Не знаю, там с тобой запланирован Рим. То есть в неделю по два раза путешествуем, представляете? Хочу немножко рассказать еще про Палермо. Палермо мне очень город нравится. Очень нравятся люди. Хотя здесь как-то к дагестанцам так относятся, коси-коси. А мне нравится, потому что какова я, такие люди возле меня. Вот. Мой муж тоже садится рядом. Мы сегодня с ним вдвоем, у него во лбу звезда горит. Горит и пенсатуном пенсара, только ее видео. Вот такая вот красивая улочка, это центр Палермо. Вот в это время в Палермо наступает тишина. Почему? Потому что все кушают в ресторанах или дома. Вот мне в Палермо, конечно, нравится, ну, вернее, в Италии нравится, что у них четкий ритм дня. Обед 2 часа и 8-9 ужин. И вот во время обедов и ужинов в Палермо тишина, мало машин. Вот. А уже после 10 уже так начинается шумно, уже все выходить на улицу. Сегодня 7 июля, поэтому жарко, очень жарко. Ой, очень жарко, без кондиционера. Я уже такая думаю, надо домой кондиционер, хотя я против. Но понимаю, что во время этой жары я только сплю. Что я делаю, только я сплю, но это не очень хорошо. А может и хорошо, все-таки курс восстанавливающий. Вот самый главный инсайт, который я поймала или вот внедрила в жизнь, я стала настолько медлительно и в то же время активно, вот в этой замедленности моей жизни сейчас активность проявляется. Вот как-то вот интересно произошло это событие, вот мне муж может что-то говорить, а я не реагировать уже эмоционально на его, скажем так, вот быстрый разговор, эмоциональный разговор. Вот. И вот то, что я сейчас в себе заметила, вот эту вот замедленную активность, вот именно в замедлении проявляется активность, творчество. То есть я стала замечать жизнь. Я и так ее замечаю, а тут усиленно, углубленно я стала замечать. Конечно, наступили такие моменты, мне сейчас очень хочется молчать. Мало говорить, больше чувствовать, больше ощущать запах, настроение близких, настроение людей. Вот это вот очень интересно. Ой, про кухню сказать, ой, божечки, про кухню. Вот мы сейчас находимся в таком ресторанчике. Я люблю Астерии. Люблю такие вот ресторанчики домашние, с домашней кухней. Кстати, даже меню написано на сицилийском языке. Да, есть язык сицилийский. Он нигде не преподается, но сицилийцы его знают, они на нем разговаривают. Вот. Под вечер стало легко и хорошо. А в течение дня, конечно, сплю в этой жаре и проделала курсы «Исцеляющее путешествие» внутрь себя. Очень классно, всем рекомендую. Еще раз Светлана, с днем рождения, благополучия, благодати, счастья, радости. С вами, как всегда, Алона Камила. Фитнес в Палермо. А сейчас мне понравилось, мне дали новое название моего имени Алона ТВ. Ту рекордо? Си. Грация Джузеппе Валенса. Кому Джузеппе Валенса падает ки ио? Си.
мама Мия. Алона Тиву. Так что я так думаю, что после следующий проект уже будет запущен с таким именем Алона Тиву. Алона Тиву. Да, я надеюсь, что осилюсь в этом году актерское мастерство. Мне очень нравится видео, очень нравится снимать. Я поняла вкус видения через камеру. Для меня это очень интересно. Я в этот мир поселяюсь. Очень интересный мир, и транслировать всевозможные вот, радости, эмоции, мне это очень нравится. Может, на режиссера? Пока еще не решила, но актерская, конечно, мне очень интересно. С новыми свершениями в этом мире, с новыми познаниями в этом мире, с новыми открытиями в этом мире. Вот немножко такая атмосфера красоты, счастья, радости, любви. Благодарю Светлану и мои многочисленные поздравления с днем рождения 7 июня. В Беларуси это праздник Купалы. 6 на 7 праздник Купалы. Вот. Была рождена эта великолепная женщина, красивая женщина, талантливая женщина. Уникальная женщина. Еще столько много проектов впереди. Мы узнаем. Прекрасный писатель. Я счастлива, что я знакома лично с вами. С вашими трудами, с вашими курсами. Счастья мира. И любви, любви, любви. Сердечной любви. Сердечной любви. Отсюда. Я вам поцелую.